Ага, прум-пум-пум, друзья, с вами Михакер, мы сегодня Джекбокс играем, Бредовуха 3, погнали, я просто быстренько запустил. Все, начинается игра, бум. Привет, ну, я тут, Куки, короче, и до моего выхода на пенсию осталось всего-то 25 набор. И подписчиков куча, теперь игроков? Слушайте правила. Да. Я только что приготовил свой знаменитый борщ, но его хватит только на восьмерых, а нас 9. Экстренное начало такое. Кажется, я догадаюсь, кому сегодня ничего не достанется. Скорострел. И любой, кто сейчас нас смотрит, может присоединиться к зрителям в любое время. Да, вы все еще можете присоединяться. Вы можете проголосовать за один из лживых ответов, чтобы надурить игроков. И еще попытаться угадать правду. Сыграем! Это первый раунд, а это означает, что вы получите 500 очков за каждого обманутого своим ответом. И вы заработаете 1000 очков, если найдете правду. О, Давид выбирает Ладно, тему. Ладно, выбирайте категорию. Давид, выбери аниме. Мстители, серьезно? Это ну есть ладно. Такое? Итак, первый вопрос. У одного из самых странных Мстителей, Дориан Грин, есть суперспособность управлять... Набираем ложные ответы. Именно эти он и управляет. Странных Мстителей. Чё-то я не помню такого Мстителя. Это комикс. Кто читал, тот знает. Я даже знаю настоящий ответ. Блять, я... У меня там вопрос. Знаешь, зря ты, Давид, выбрал эту тему. Поторопись, или используй спасалку. Вопрос такой, а если я лживым ответом напишу... Если меня память не обманывает, я помню. Тебе скажут, что слишком близко, поэтому... Но два человека не успели ответить. И найдите правду. Нет, я имею в виду просто обычный ответ. Ё-моё, что? Французами. Как началась Отечественная война 1812? Это Дориан Грин. Блин, не знаю, пусть будет так. Это тупой, конечно, вариант, но ладно. Я французами выбрал. Погодой. Ну это, короче, погодой. Спасибо. Это немножко другая управляла из Людей Икс, по-моему. Шторм, нет, она не погодой управляла. Я тебе подарил. Она молниями управляла. Запах багета. Давид, блин, серьезно, это выбрали два человека? Не, я склажу. Управляй мечтой, это вообще Тойота, блин. Управляй мечтой. Альнабур. Так, животными. Никто не проголосовал, да вы чё? 8% жителей всего. Ой, зрителей. Там Белоснежки. Разум. Егор мозговой. Своими мыслями, что ли? Белками? Белками? Что? She's also a chick. You can just raid a bird feeder. А, блин, погоди, это же. Блин, это же женщина-белка. Так вот, кто Таноса победил. Она, у нее, кстати, ей, кстати, Тони Старк сделал свой собственный Халкбастер. Кого сделал? О, ладно, я просто промолчу. Звучит как что-то еврейское. Халкбастер — это огромный костюм. Альнабор выбирает. Так, так, так. Ой, господи. А, я не успел, ну ладно. Не успел, да? Успел? Двойники. Вот вопрос для вас. За разумную плату Мартин Джордан может развлечь вашу скучную и унылую свадьбу, будучи двойником... Напишите свои ложные ответы сейчас. Скучную и унылую свадьбу, будучи двойником. Будучи двойником. Поспешите, жмите на кнопку. Я думаю, сейчас у большинства будет один и тот же ответ. О, быстро все ответили. Какой вариант правдивый? Ой, жены отца. Жениха. Ну пусть будет вот так, например. Мне кажется, этот вариант мало бы кто выбрал. Мало бы кто мог написать. И все сейчас сразу догадались, да, такие? Что-то Эдди про Мёрфи? Эдди Мёрфи, да. Посмотрим, что вы выбрали. Или Мёрфи кровавые зубы. Барака Обама. Ёши, никто не проголосовал. Все, наверное, за Эдди Мёрфи, мне кажется. Ребят, вы что, не верите в Барака? Давид Сланов, нет. Это какое-то это размытое понятие, а там конкретика нужна по-любому. Ой, ну и ладно, господи. А еще это ответ. Ригара, серьезно? Вы два одинаковых ответа написали? Ах ты ж плагиат! Прикинь, Дональда Трампа. А Ригару выбрал, серьезно?
Миш, Миш, не хочешь сало отца? Дональд Трамп — это мой вариант. Спасибо. А, Эдди Мёрфи тогда. Эдди Мёрфи. И это... Неправда! Лапидус, нихера себе! Красава, красава. Что? Стоп, жениха? Егор Мозговой. Жениха, получается. Гордона Рамзи, что ли? Это повар, который, да? Да, он. Еман, Лапидус, походу, все знает. Серьезно, Лапидус, ты что, умный? Я Лапидус на него в инстаграме. Там знаете, какая дичь что ли? Че? Гордон Рамзи — что-то это как мне подсказывает, что Лапидус просто знает эту игру. Эй, мало кто знает, что эта американская доуха произошла от славянской подвижной игры. Так давайте отправимся на родину истоков. Лапидус — разработчик этой игры есть. О! Гей, славяне. Если в Болгарии вас попросят взять прахосмухачку, не стоит пугаться, ведь это просто... Прахосмухачку. Окей, введите свои лживые ответы. Вас попросят взять... Если бы там было написано «Ебало смотрелка», я бы написал правильный ответ. Зеркало. Напиши что-нибудь смешное или используй кнопку «Спасалку». Это значит «Зеркало». Ну, я думаю, тут у всех одинаковый ответ будет, кстати. Возможно. Да, с чего вдруг? Ну, похоже, точно. Ну, а теперь попробуйте докопаться до правды. Ладно. Попросят взять... Пусть будет так, например. А, белорус же не с Болгарии. Хорошо, посмотрим, кто что выбрал. Что значит «попросят взять»? Мухобойка, кто это? Егор Мозговой. А я хотел выбрать этот вариант. Мука. Йоши. Да мало. Ебать, а еще это был... Давид еще. Серьезно, вы что, кнопку нажали? Гениально. Нет. Нет. Метла. Кто же это у нас? Лапидус, и он получает... Пизду. Немножечко баллов. Нож. Аль набор, знаешь. Это просто нож. Возьмите нож. Паспорт. Никто не за паспорт не проголосовал, да вы шо? Миша, по ним нового украинца приглашает. Просто навряд ли паспорт... Ложь зрителей, блин. Прохуцу мачку. Поднос. Тоже ложь игры. Пылесос, что ли? Лайч угадал. Да, это пылесос. А теперь займись... Что значит «попросят взять»? Блин, я вот стригерился на это определение. Ну да, пошел я нафиг. Я не так вопрос понял. Миш, помнишь, как ты этого... Блядь... Лео, короче, зацензурил? Итак, раунд второй. Ставку 2 выйдет. Ну не, я отключил эту штуку. Егор Мозговой выбирает. Народная медицина. Так, интересно. Теперь послушайте. Китайский терапевт по имени Сяо Кунчи проводит дорогостоящее, но болезненное лечение для отравленной крови, известное как терапия. Набираем ложные ответы сейчас. Заканчивай побыстрее. Если ничего не лезет в голову, нажми на спасалку. Так. Летучие мыши. А почему у нас вот человечек? Какая это терапия? Давай отлично. Посмотрим. Теперь попробуйте найти здесь. Вот там же. Сперма. Болезненная. Неплохой вариант. Ребят, думаю, сперма — это правильный ответ. Не думаю. А прикинь. Так, и двое не успели ответить. Ладно, давайте посмотрим, что вы, ребятки, выбрали. Болезненная. Никто, потому что с двумя «Н» надо писать, Ёши. Ну ты шо? Сперма. Тоже никто не выбрал, кроме немножко зрителей. Сперма. И Давида. Никто не проголосовал опять, да вы шо? Я думаю, это... Миша не везет что-то. Водная. Лапидус опять включает. Спасибо, Иван. Серьезно ведь продопал. Ну, Бадди, Давид это был. Режет. Давид, могу тебе дать номер девочки? Она делает сосны. Мочевая. Никого.
Шлепковая, по-любому шлепковая. Болезненная. Да, шлепковая, ебой. Я угадал. Ой, сразу трое угадали, блин. Ладно. А чё ты разочаровался, я не понял. Потому что это Лапидус и Лайдж. У них так до хера очков. Мне кажется, они гуглят. Да, ты тут не успеешь. Я слишком тупой, чтобы играть в Лапидус. Оригару выбирает. Окей, выберите категорию. Там Макаревич была, или мне показалось. Реально Макаревич есть. Он Оригару, ну ладно. Оригару. Окей, у нас в распоряжении не везде. И он куда-то свалил, походу. О, Макаревич, лол. Вопрос. Свою книгу мемуаров Андрей Макаревич назвал очень просто. А там чувак читает вообще что-то левое. Введите свои лживые ответы сейчас. Почему ты на украинском? Мне показалось, что это на украинском. Я даже стараться не буду. Я не знаю. Поторопитесь, используйте подсказку, если можете придумать ответ. Да, я тоже не знаю. Молодежь пошла, да. Бумеры, зумеры, как вас там? Да уж. Итак. Хорошо, теперь найдите здесь правду. Пусть будет так. Я тоже так делал. Это и банально. Много вариантов. Посмотрим, что вы натворили. Книга, аль набор, но это ложь. От зрителей ложь. Машина времени. Спасибо, Давид. Это мой вариант. Так. Машина времени Гербер Уэллс. Книга мемуаров. Ну я особо. Лапидус. Ну, Макаревич, это из группы Машина времени. Жизнь. Никто не проголосовал, это аль набор. Вы что, охренели, что ли? Мы пан. История. Лайдж. Не получает много баллов. Три аккорда. Я тоже повелся, блин. Егор Мозговой. Хорош. Ну, если бы я знал, что он музыкант... Неужели мемуары? Фриеши, события. А это Давид. Получает тысячу. Неплохо. Мемуары. Лайдж. Нет, все-таки все очень просто. Нет. Лапидус опять, ты посмотри. Нет, я долго мучился, но я в итоге... Лапидус, ты что, реально умный? Я не понимаю. Да. Мне кажется, ты думаешь, не очень нужен. Хуй ебаный, нахуй ты мне звонишь? Ладно, выбирайте категорию. Так, Йоши выбирает тему. Фу, давай фу. Окей, вот ваш вопрос. Концерт в Германии британский рок-музыкант Пит Дорти был освистан во время исполнения. Напишите свои ложные ответы сейчас. Пиздец, блядь. Британский рок-музыкант Пит Дорти, это разный. Так, ну я теперь знаю правильный ответ. Потому что мой был слишком близок. Твой тоже, Миша? Где же правда? Я из-за этого не успел написать. А Егор с нами же, да? Гимн СССР. Ребятушки, во время что-то исполнения долго. С помощью насоса. Это как? С помощью носа. А носа, господи, насос. Я обожаю этот момент. Песни. Логично. Альнабор. Кто-то стригерился даже. Рока. Серьезно, что? Ну это как-то такое. Замолот рока. О, спасибо, ребят. Неожиданный подгончик. Вы что, гений? Гимна Третьего Рейха. Ну, Йоши, не удивительно. Третьего Рейха, ты что, серьезно? Третьего Рейха, по-моему, тогда еще не было даже. Ну это как-то так все. Йоши. Гимн СССР. Никто не проголосовал. Да уж. С помощью носа. А набор проголосовал, серьезно? Наша ложь. Нет, скорее гимна Германии. Вот он правильный ответ. Я написал гимн, я такая близко. Первые версии были в Германии из-за их ассоциации с нацистской партией. Ну это, кстати, как-то нечестно, что ли. Это нелогично, типа он исполнил гимн, и чё в этом-то? Так нет, видимо, не то, исполнил. Что типа пишется. Ну там что-то сказали, что он состоял в нацистской партии, типа. А, ещё...
Финальная придомовка. Финальный раунд. Это ваш последний шанс набрать очки, тем более, что они утроены. Не продуйте. Утроены. Итак, сейчас будет два варианта. В 2015 году жители индийского Читаргахи столкнулись с большой проблемой. По словам местных жителей, на город налетели попугаи и... Введите свои лживые ответы. Весь. Ага. И что-то сделали совсем тыры-пыры. Так... Ну, как-то так. Что-то сделали совсем... Совсем чем-то. Попугаи... Попугаи... Напиши что-нибудь смешное, обосрали или используй одну спасалку. Это слишком банально. Мне кажется, это правда. Итак. Окей, найдите правду. Ну, кстати, есть такой вариант. Даже два таких варианта. Так... Съели весь опыт. Блин, языка моя. Пусть будет так. Русская языка моя. Блин, неужели про опиум? Посмотрим, что вы выбрали. Мне кажется, опиум на самом деле. Ну, Азия как-никак, опиум там как вообще. Лапидус немножко от зрителей спасибо, получил. Спасибо, зрители. Йоши совсем чуть-чуть. Унесли набор. Склевали весь урожай. Знание русского языка. Никто, только немножко зрители, ладно. Разбросали весь мусор. Ой, кто-то получит дохрена. Давид. Это была спасалка, мне так стыдно. Я не понял, что она была. Это спасалка? Да. Фриеши. А это лайш. А, поэтому ты меньше получил. Я знаю. Загадил весь город, это ложь позор, зрителей. Позор. Испугали позор, весь город. Осуждаем. Это Егор Мозговой. Опиум, реально опиум съели? Да, я знаю. Блин, серьезно? Лапидус. Лапидус выигрывает. Какой раз подряд, Лапидус. Хотел никогда не сходить, кто хочет стать миллионером. Пум-пум-пум, а я второе место занял. Молодец, Лапидус, поздравляем с победой. А у меня только... а я ну и послушаем пиздатую песенку, да? Слушаем. 6 лайков мы вместе получили. Прям у меня под видос. Или не слушать, я не знаю. Оставь. Ну ладно, я хотя бы не последний, то потому что человек выходит. Самый доверчивый, Давид Сланов. Юморист, Егор Мозговой. Много лайков, мало голосов. Меньше всего лайков Оригару. Лучшая ложь Давид Сланов. Ну, это нечестная ложь, я считаю. Нуждается в ноутбуке, лайч. Купить этому человеку новый ноутбук? Что? Это какая-то реклама, типа. Ну что ж, друзья, вот так мы сыграли сегодня. Бредовуху 3, Jackbox Fighty Pack 4. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите в комментариях, что вы хотите еще увидеть, какие режимы с джекбоксом. Ну и ждите новых видосиков. Всем пока. Хотим узнать ответ, это бред или это бред. Хочешь, дам тебе совет. Просто тыкай на удачу, если вариантов нет. Хоть там бред или нет, хоть там бред.